История компании Hansa. Hansa – компания с богатой историей. Началась эта история еще в 1957 году, когда с конвейера завода польской компании Amica Wronki SA сошла первая угольно-газовая плита. С этого момента и на протяжении почти 20 лет основным потребителем продукции завода являлся Советский Союз. Газовые плиты завода хорошо известны старшему поколению россиян под маркой «Врамет». Такие плиты служили десятилетиями, поэтому их до сих пор можно встретить в старых домах. Ежегодно специалисты завода совершенствовали технологии производства нагревательных приборов, внедряя результаты научно-исследовательских работ, изучая пожелания клиентов. Сегодня на производственной базе компании работает 4 современных подразделения, занимающихся производством кухонных плит, духовых шкафов, варочных поверхностей и вытяжек. Заводы Hansa отличаются современным подходом к производству техники, а материалы, которые используются компанией, абсолютно безвредны для человека и безопасны для окружающей среды. В настоящее время продукция под брендами Amica, Hansa, Грам и Премьер продается в более чем 50 странах мира. В России бренд Hansa был впервые представлен в 2001 году. А уже в 2008 году Hansa была отмечена наградой премии «Бренд года EFI» в категории «Потребительская электроника, бытовая техника». Накопленные и тщательно систематизированные знания технологов воплощены в товарах Hansa. Сегодня в России Hansa представляет доступную по цене, качественную и функциональную бытовую технику. Это именно те продукты, которые делают жизнь человека приятнее, легче и надежнее. Какое значение имеет кухня в вашем доме? И что это в вашем понимании? Безусловно, это то место, где вечером собирается вся семья. И оно должно быть уникальным. Среди многообразия техники Hansa есть все для того, чтобы воплотить свои мечты об идеальной кухне. Это холодильники и посудомоечные машины последнего поколения, кухонные вытяжки, микроволновые печи, плиты, варочные поверхности и духовые шкафы. Вот на них и остановимся подробнее. Представьте себе устройство с 7-дюймовым дисплеем, в котором можно закачивать фотографии, рецепты. И вы ведь никогда не подумаете, что речь идет об обычной духовке. Перед нами 7-дюймовый сенсорный экран с разрешением HD Ready. Это практически как в телевизоре, только теперь в духовке. Вы можете загрузить свои фотографии и фотографии ваших близких в бортовой компьютер шкафа. Интуитивная система управления проста и будет понятна каждому. Отпечатки пальцев на поверхности портят внешний вид любого продукта. Поэтому мы решили максимально упростить уход за внешней частью духовки. Секрет подобного эффекта заключается в специальном лаковом покрытии. Вы можете испачкать руки в мясе, яйцах, муке, затем прикоснуться к духовке и не увидеть там ни единого следа, с которым не смогла бы справиться обычная тряпка. Причем покрытие защитит не только от образования загрязнений, но и от воздействия внешних факторов, а значит, продлит жизнь духового шкафа в вашей семье. При приготовлении того или иного блюда у нас очень часто возникает вопрос, какой режим выбрать. А теперь представьте себе на секундочку, что духовой шкаф сам определяет все параметры приготовления практически без вашего участия. В бортовой компьютер заложены 12 режимов нагрева. Они приспособлены для готовки разного типа блюд, ведь птица, мясо или выпечка не могут готовиться одинаково. Духовка уже запрограммирована на 51 рецепт. Здесь не только перечислены все ингредиенты, но и подробно описан сам процесс приготовления. Теперь не нужно держать книгу рецептов на кухне, она есть в духовом шкафу.
USB в духовке. Это, безусловно, что-то новенькое, но именно за счет интеграции этой проверенной технологии мы с вами получаем устройство, возможности которого не будут устаревать с течением времени. С духовкой Hansa вы легко станете популярным кулинаром. Теперь можно обменяться своими собственными рецептами с такими же счастливыми обладателями Hansa Titanium Smart. А если вам приглянулся рецепт с сайта aestheticum.ru, то вы без лишних сложностей можете загрузить его в собственную духовку. Главное в доме – это безопасность вас и ваших близких. Обжечься о дверцу духового шкафа Hansa абсолютно невозможно. Вся хитрость здесь заключается в том, что она состоит из трех стекол. Помимо этого, в шкаф встроен специальный вентилятор, который охлаждает воздух между ними. Таким образом, максимальная температура дверцы не поднимается выше 42 градусов. Эта система охлаждает не только стекла в дверце, но и все стенки духового шкафа, что позволяет не нагреваться мебели возле него. Мы очень часто сталкиваемся с проблемой загрязнения внутренней части стекла дверцы духовки, и каждый из нас имеет свои способы борьбы с этим. Вместо того, чтобы просто снять стекла и помыть их в раковине или посудомоечной машине. Отсутствие металлической рамки значительно упрощает очищение внутренней части дверцы. Вы можете разобрать дверцу шкафа без помощи инструментов и отправить стекла в посудомойку. Стандартная посудомоечная машина Hansa очень вместительна. Верхнюю корзину можно с легкостью поднять на более высокий уровень и за счет этого уместить туда даже противень. Интеллектуальная система сама определит и количество, и степень загрязнения загруженной посуды. А с помощью сенсора чистоты воды сможет регулировать интенсивность мойки для лучшего результата. Что происходит с обычным противнем через 3-4 года эксплуатации? Он деформируется и, к сожалению, теряет свою форму. Технология ProCook – это эксклюзивная разработка нашей компании, за счет использования которой ваш противень не потеряет первоначальной формы и не будет прогибаться в местах, где вы готовите пищу. А самое главное, противень с технологией ProCook позволит вам избежать пригорания блюда. Обычно продукт пригорает из-за того, что большую часть тепла получает снизу, от раскаленной поверхности. Уникальная структура этого противня напоминает соты и позволяет горячему воздуху циркулировать по всему периметру блюда, равномерно прожаривая его. Раньше такие технологии были доступны только для профессионалов. Хорошая духовка – это не та, в которой много нагревательных элементов, а та, в которой много комбинаций взаимодействия этих самых нагревательных элементов. Все духовки Hansa оснащены нагревательными элементами. Они позволяют наиболее эффективно использовать нагрев таким образом, что тепло концентрируется в готовящемся блюде, а не расходуется на нагрев воздуха внутри камеры. Они встроены сверху, снизу и на задней стенке камеры духовки. Также на задней стенке камеры духового шкафа располагается вентилятор. Режимом, когда работает вентилятор и задний кольцевой нагревательный элемент, называется конвекция. Приготовление на таком режиме происходит с помощью струй горячего воздуха, распределяемых по камере вентилятором наиболее эффективным образом. За счет такой системы время приготовления сокращается на 25%. Комбинация разнообразных нагревательных элементов создает такое множество режимов нагрева, что вы обязательно подберете наиболее подходящий под ваше блюдо. Пароварка в духовке, согласитесь, штука довольно-таки интересная. И не только в плане дополнительных возможностей приготовления пищи, но и в плане самого подхода к здоровому питанию всей семьи. На панели управления находится специальный резервуар для воды. Просто заливаете столько воды, сколько требуется по рецепту, и приготовление начинается. Объем обычных пароварок не превышает 20 литров, а объем духового шкафа с пароваркой составляет 66 литров. Получается, что вы не только экономите пространство на кухне, но имеете возможность приготовить, скажем, большую рыбу целиком и даже несколько блюд одновременно. Как вы определяете степень готовности мяса? Ножиком или вилкой? Настоящие ценители мясных блюд просто обязаны знать о таком гаджете, как термощуп. Этот маленький помощник приготовит мясо по заданной программе в автоматическом режиме. От вас требуется только вставить термощуп прямо в центр куска мяса и подключить его к духовому шкафу. При этом идеальную температуру прожарки духовка уже знает сама. Термощуп будет измерять температуру внутри продукта, и как только она дойдет до необходимой прожарки, духовой шкаф автоматически выключится. Для того, чтобы вам было удобнее вынимать пищу из духовки, мы оснастили ее телескопическими направляющими. Хватит мыть духовку руками.
Для этого есть системы самоочистки. Компания Hanse предлагает вам на выбор два способа. Система Aqualytic проста в использовании и не требует каких-либо дополнительных средств. Вы просто заливаете пол-литра воды в противень и разогреваете духовку до 90 градусов. Всего 30 минут, и неприятную грязь можно легко смахнуть тряпкой. Система Pyrolysis справится с грязью при помощи супернагрева. Выбираете функцию пиролитической очистки в меню, дверцы духовки автоматически блокируются, а грязь и жир выгорают под температурой около 490 градусов. Остается только смахнуть пепел. Разогреть, приготовить, почистить духовку. Много действий, мало энергопотребления. Вся линейка духовых шкафов Hanse обладает классом энергопотребления А-10 и А-20%. Ну а производством такого продукта, как стеклокерамика, в мире занимается всего лишь несколько компаний. При этом технология производства хранится в строгой тайне от обывателей. И сейчас вы узнаете, что стеклокерамика – это очень технологичный продукт. Компания Hanse сотрудничает с немецким производителем компанией Schott с 1993 года. И до сих пор Hanse – самый большой клиент для компании. Schott представлен на рынке уже более 125 лет, занимается не только улучшением качества вашей кухни. Компания также создает стекла, защищающие чувствительную автомобильную электронику, герметичные кабельные проходки для атомных реакторов и многое другое. Дизайн панелей Hanse разрабатывается с учетом возможностей сочетания с любым дизайном кухонного интерьера. На стеклянной поверхности эффектно смотрятся рисунки знаков зодиака, элементы ретро-часов или лаконичные светлые круги на месте зон нагрева. Приоткрывая секрет долговечности рисунка, выполненного на стеклокерамике, стоит отметить, что и он сделан из стеклокерамического порошка. При производстве рисунок в буквальном смысле впаивается в поверхность плиты посредством керамизации и обжига. Его не сотрешь ни одним известным средством. Стеклокерамика – наипрочнейший материал. Не верите? Смотрите! Поверхность будет готова выдерживать давление вплоть до 25 кг на квадратный сантиметр. Если у вас случайно упадет кастрюля весом 1,8 кг на варочную поверхность с высоты полметра, с ней ничего не случится. Свободное падение шара весом около 1,5 кг также не причинит ей никакого вреда. У нас богатый модельный ряд, который дает возможность подобрать технику как для большой, так и для маленькой кухни. Чаще всего панель стандартного размера – 60 см с четырьмя конфорками. Но бывают и другие варианты. Варочная поверхность шириной 30 см на две конфорки идеально впишется в малогабаритную кухню. Среди газовых поверхностей Hanse есть и большая поверхность на 5 конфорок шириной 80 см. Вне зависимости от размеров, мощность плиты остается неизменной. В конфорках Highlight используются ленточные нагревательные элементы из металла. Варочная поверхность быстро нагревается и быстро остывает, а значит расход электроэнергии минимальный. А особенная форма Highlight элемента обеспечивает более равномерное и направленное распределение тепла и уменьшение температуры рабочей поверхности. Ну а для того, чтобы варочная поверхность прослужила вам долго, за ней просто нужно правильно ухаживать. Что делать, если у вас убежало молоко или расплескался жир? От трудноудаляемых пятен можно избавиться с помощью скребков и губок, специально предназначенных для стеклокерамики. Что удивительно, для того, чтобы ухаживать за поверхностью, совсем не понадобится вода. Чтобы варочная панель всегда оставалась в хорошем состоянии, нужно соблюдать несколько простых правил ухода за ней. При сильном загрязнении следует выполнить следующие действия. Первое. Необходимо выключить зону нагрева варочной поверхности. Второе. Стереть загрязнение с еще теплой варочной панели металлическим скребком. Третье. Дать остыть варочной поверхности. Четвертое. Нанести несколько капель чистящего средства на поверхность и круговыми движениями убирать оставшиеся загрязнения. Осталось только насухо протереть поверхность чистым бумажным полотенцем. Зная простые правила и небольшие секреты для выбора кухонной техники, можно воплотить в своем доме мечты об идеальной кухне. Большой модельный ряд Hanse позволяет подобрать лучшее для вас –